Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами и открываем яйцо. Давайте купим. Купим яйцо, посмотрим, что же у нас лежит в коробочке. Какая птичка. Так, мы открыли классическое яйцо. Кто же там у нас? Посмотрим. Ух ты! Птица-бомба. Классическая бомба превращает 5% бомб в монеты. Отлично. Хорошо. Надеваем прикидик. Так, заменяем на вот эту птичку. Что ж. Так, у нас два слота всего лишь, да? Ладно, будем копить алмазики, ничего страшного. Ну что ж, поехали! И у нас, ребята, зомбарики. Два зомбаря у нас сразу же вышло. Ух ты, смотри, фрукты какие-то появились. Прикольно, прикольно. Ай-яй-яй-яй-яй, нас же двое всего лишь. Я уже хотела, ребят, машинку съесть. Нет, не получится. Нам нужно четвертого. Вот, четвертого мы скушали. Теперь у нас четыре зомбарика. Вот, теперь мы можем машинку сломать. А наша птичка, ребята, будет превращать бомбочки в монетки. Но пока она не превращает. Ох-ох-ох-ох-ох. А у нас, смотри, задание, я так понял. Скушать аж 70 фруктов. Офигеть, 70 фруктов. Ну ладно. Попробуем скушать 70 фруктов. Ага, скушай фрукты. Ну, мы отправляемся, нас уже 8. О, что здесь будет? О, НЛО, это классная штука. Сейчас НЛОшка будет нам клонировать зомбаков. О, спасибо. Превратила первые бомбочки в монетки. Наша чудо-птичка. О, так, отлично, мы все съели. А что у нас здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Так, сможем мы, да, есть. Автобус мы съели. Ну, где там птичка? Чё это не превращаешь, да, превращаешь? Офигеть, сколько нужно нам съесть фруктов. Очень много. Ну и зомбариков у нас уже тоже много. Ребята, ага. Потихонечку зомбарики уменьшаются. Ну, нам нужно кушать фруктики. Опа, съели. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я рано прыгнул. Здесь нужно аккуратно прыгать, не спешить. Так, опять машинки. О, монет сколько, нифига. Ой, побольше монет кушаем. Так, и что у нас там получается? Три зомбаря, да, всего лишь? Ладно. Нужно максимально пройти. Ух ты, кто, что это? Ниндзя. Вот, хорошо. Ниндзя! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чуть не упал. Ё-моё. Ладно, два зомбарика. О, два ниндзя у нас есть. Ой, я забыл, что они стреляют. Точно. Ой, нет. Одного зомбаря... А, нет, почему я боюсь-то? Нет, убьет. Зомбарями не надо бояться, ребята. Что ты можешь там врезаться в кого-то. А, что у нас здесь получается? А какие у нас задачи? Давай посмотрим. Так, уничтожить 10 объектов с помощью ниндзи. Так, клонируйте 6 зомби в воздушном пространстве. Ага, ладно. Так, мне нужна НЛОшка. Но ничего страшного. Так, ну а также мы, ребят, собираем фрукты. Нафига фруктов-то мы собрать, конечно. 18 фруктов у нас есть. Угу. Так, 3 зомбарика. Уж надо будет там улучшение купить, чтобы больше зомбарей было. Чтобы больше зомбариков выходило. Там, мне кажется, 4 максимум нужно было. Опа, все фрукты съели. Отправляемся дальше. А что у нас здесь? Так, бомбочку положили прям так рядышком. Ах, ладно. Что у нас здесь? О, фрукты. Так, вот этого тоже чувака мы сейчас съедим. Так, и мы находимся в Лос-Анджелесе уже. О, балун. Они сейчас это как пузырьки будут. Надуются. О, монетки, спасибо, птичка. На. Что у нас здесь получается? О, еще фрукты едим. Опа, аккуратненько. Все, закончилось у нас. Ой-ой-ой, один зомбарик взорвался. Так, самолетики я не могу еще сломать. Ну да ладно. О, машины. Нас машины постоянно сбивают. Так, фрукты.
Так, 30 фруктов я только съел. Ну да ладно. Так, нет, танк я не могу пока. Танк я пока не могу, к сожалению. Не, что-то, смотри, танки пошли. Два танка. Что-то интересное. О, монетки. Ладно. О, нормально. Кто у нас там? Ага, вот эти люблю. Вот эти все ломают, им все пофигу. Они мощные такие, они все могут сломать. Да, видишь, они не умирают. Так, 9 зомбарей всего лишь, да? О, фрукты пошли. Все, теперь нам нужно аккуратненько бежать. Так, все не добегут, все не добегут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то странно слишком. Мне это что-то в заблуждение увело. Так, ну ладно, хорошо. Сколько у нас... так мало. Я так мало съел мозгов, что я ничего не... Не то самое. Где же лотерейные билетики-то? Ну ладно. Пока фрукты покушаем. Так, трое нас уже, да? Угу. Все, четвертого съели. Четыре зомбаря. Так, фруктов сколько он нужен? 36 фруктов. Ну, половину, ребята, фруктов мы уже съели. Так что, хорошо. Опля, прыгаем. Так, этого тоже съедим. Хорошо, чисто. Так, прыжок. Очень... О, смотри, хоть бы НЛО. Да, есть, наконец-то НЛО, ребята. Теперь надо в воздухе... Да, клонировать зомби. Есть. Ачивку я одну выполнил. Хорошо. Прям таки. Теперь я получу новое задание. Что-то-то я открою. Но вообще, самое главное... Ох, как много парашютистов было, смотри. Так, птица, короче, вот это не очень и нужная. Не очень такая. Птица хорошая. Она не сильно, как бы, плюсы дает. Ну, а что она дает? Там при... Ох ты, пропустили автобус. А, что она дает? Она дает там какие-то монетки из-за бомбочек. Это что-то не очень эффективно она работает. Поэтому мы, скорее всего, будем менять птичку на другую. О, два самолета взорвали. Хорош, хорош. Нормально. Так, главное здесь. Ой, сколько зомбариков у нас падает. А ёлки-палки, что это такое вообще? Так, ниндзя, ниндзя. О, ниндзя, мне тоже нужно что-то сделать с ниндзями. Разрушать там что-то надо было. Ага. Так, как назло, ничего нету, чтобы мы могли бы разрушить. Ой, один... Ё-моё, все эти ниндзики поумирали. О, есть, отлично, выполнил я ачивку вторую. Хорошо. Ё-моё, одним бегу, одним зомбариком. Все, скорость увеличивается. Да, ёлушки-поташки. Надо аккуратненько. Аккуратненько бежать. Зомбарики... А, нет, один взорвался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фух. Хорошо. Как хорошо. Два нас теперь. Главное нам не взорваться. Так, вертолет. Опа, опа. Все-таки. Все-таки один умер. Но у нас зато много сейчас зомбарей появилось. Толпа там стояла просто-напросто. О, так, что это у нас тут? О, дракон, дракончик, дракончик, это хорошо. Так, это мы сейчас едим. Так, монетки. Хорошо, что дракон умеет летать. О, нет, 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 автобус я не могу пока скушать. О, тихо, тихо, тихо. А, бошку снял. Да. Ёлки-палки, бомбочки, вонючки. Так, все, пока живой, живой, живой. Хорошо, бегу, бегу еще. Так, вертолет. Так, три зомбаря у меня. Три зомбарика, уже два. Ну, что ты будешь делать? Так, фрукты. Есть. Ах, нет, пропасть сейчас упадет. Да. Упала, ребята, в пропасть наш зомбарик. Ну, а мы Шамбольское, смотрите, ребята, уже открыли.
Есть. Да, что же там будет? А там, ребята, мы открыли новую, разблокировали шляпу. Хорошо. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а также передавайте приветы. Всем пока-пока.